Но вначале едем на восточную часть острова. Транспортировка велосипеда. А? Транспортировка велосипеда. Ну... Итак, мы выдвинулись, едем на другую сторону острова. Сейчас проедем порт. Скоро уже доедем до порта и двинемся на другую сторону острова. Кольцевой дороги по острову вот такой вот хорошей нет. Есть не очень качественная, скажем так, дорога, вот по которой мы с утра пытались проехать и развернулись от обезьянок. Может быть, попозже они достроят, конечно, но пока вот так. И вот отсюда мы начнем движение на другую сторону острова. Как романтично.
Вот мы и проехали другую сторону острова, думаю, вы все видели. Эта часть острова очень заселена всякими отелями, людьми и тому подобное. Здесь очень много природы, очень много зелени. Пляжи не оборудованы, в основном они каменные, но если поехать и просто полюбоваться, то это прям отдельный вид удовольствия. Сюда стоит поехать, именно поехать посмотреть. Хотя, может, вам не стоит сюда ехать, чтобы поменьше народу было. Короче, езжайте на Пхукет, там все круто, классно. На Пхукет. Сюда ехать не надо. Вот видео, посмотрели, достаточно. Все, мы разворачиваемся, едем в обратную сторону. Ждет еще осмотр пляжа, такой, какой есть здесь для обычного купания. Ну и, думаю, покажем вечерний закат вам, что и как здесь происходит. Все, садимся на байк, едем обратно. Мы вернулись обратно на западную часть острова. Еще одну пометочку. Восточная часть острова более ровная. Там нет таких экстремально крутых подъемов и спусков. В принципе-то там один или два всего небольших подъема. Она прям такая гладкая. И ехать можно одной рукой, держась за байки, наслаждаясь видами. Но мы вернулись на западную часть. И мы нашли пляж, чтобы показать вам, как он выглядит. Это песчаный пляж для отдыха, чила, релакса. Один из основных пляжей с таким белым песком мелким. Я скажу, достаточно комфортно. Здесь есть места, где можно спрятаться в тенек. Ну и вот такое вот море. Пляж достаточно длинный, протяженный. Нет большого скопления народу, люди не пересекаются и друг другу не мешаются. Здесь достаточно красиво, вода чистая и нету какого-то здесь огромного количества мусора или еще. Ну хотя вот, одну вилку какую-то пластиковую я вижу. Классно. Не глубоко, достаточно такой заход, очень щадящий. По-моему, прекрасное место для людей, которые не любят снорклинг, а просто понежиться в море. Место супер. Остров Качанг – это вообще третий остров по величине в Таиланде. Первое место занимает Пхукет, второе – Самуи и третий остров Качанг. Его площадь 215 квадратных километров и население на этом острове 5356 человек. В целом, единственный минус от Пхукета – это море. Все-таки это Сиамский залив и... Утром я ходил, плавал, было прозрачно чисто, а вечером, когда мы пошли немножко проплыться с масками, уже ничего не было видно. То есть было море такое мутное, особенно возле берега. Вот, это все различия. Так нам очень здесь понравилось. Здесь очень красиво, очень сильно напоминает Пхукет. Так как мы там прожили полгода, нам есть чем сравнить. Единственное, говорю, различие – это море. Но все остальное напоминает полностью идентично. На уровне. Все на уровне, и цены здесь гораздо ниже. Потому что здесь не так много туристов. Русскоговорящих мы вообще видели 2-3.
и в основном немцы были, но это Европейцы, да, прям, основном. я не знаю, наверное, в 50, а то и сотни раз меньше туристов, чем на острове Пхукет. Есть районы с тусовками и, соответственно, где есть ночная жизнь, но это очень локально и это Нет. далековато отсюда. Большинство Не это масштабно, да. такой либо кемпинг, либо отдых в домиках. Огромных зданий здесь нету, максимум двухэтажные, что мы видели. И в основном это такой тихий интровертный отдых, провожать, встречать закаты. Ну и вот, В общем, как-то так. наслаждаться жизнью. Да. Да. Главное наслаждаться жизнью. Всем еще раз спасибо большое за просмотр. Если вы хотите, чтобы мы вернулись на остров и что-то отдельно сняли, пишите в комментариях. Ну а мы идем отдыхать. Завтра мы посвятим полностью день релаксу. Будем максимально чилить. И в понедельник утром будем уже выдвигаться обратно домой в Паттайю. Вот. Всем спасибо. Подпишись, поставь лайк, поддержи нас. Пока.